водителем разговариваю, он говорит, ну у вас же там более-менее должно быть. Самое, говорит, основное, говорит, что уже было. На себе более-менее, ничего у нас более-менее не было. Вон, град, какой-то более-менее, блядь, нам заставляют это все, что мы приебали, все обратно завоевать. А как ты завоюешь, народу нет. Всех положили, они обосрались, генералы, теперь, блядь, Путин требует нахуй обратно вернуть. А как ты обратно вернешься, если у тебя, блядь, нет личного состава? Ну? Все отказники, нахуй, пиздец, отказников, знаешь, сколько, блядь, никто не хочет этим играть. Сейчас у нас новый командир, ну, контуженный, блядь, после лечения контузии, блядь. Пиздец, блядь, я не знаю, что будет. Отправят нас в бой, нахуй, пиздец. Ну, заебали, нахуй. Просто ебаны, блядь. Сразу гнили бы, говорю. Съебаните отсюда, нахуй. Как командование ебануто. Я бы служил бы, нахуй. Командование ебануто. Так, блядь, в России ничего нету, блядь. У укопов какие-то есть все, блядь. В России ни хрена нету. Это пиздец, это, блядь, ну, непостижимо просто. Мы смеемся.